дорогі браття і сестри, Христос рождається. Эти слова наполняют наши верующие души восторгом. И это понятно. Нет и не может быть никого выше, дороже для верующего сердца, чем тот, рождение которого мы празднуем. К нему направляются все лучшие надежды, порывы, устремления нашего верующего духа. В нем сосредотачиваются все самые затаенные наши желания. Слово Божие говорит нам, что Бог есть любовь. Господь наш Иисус Христос рождается, приходит в этот мир, чтобы спасти нас грешных и дать нам радость своего присутствия. Он принимает грешниц, которые плачут у его ног. Он ласкает детей. Он с любовью преклоняется к тяжело больным, которые встречаются на его пути. Он плачет у гроба умерших. Он источник любви. Он наша лучшая священная надежда. Он источник нашей жизни. Любвеобильного и смиренного Господа, родившегося на земле, Церковь зовет нас встречать. Как? Встречать душой, зажженной огнем веры, огнем любви. Встречать с теми дарами, которые Господь ждет от каждого из нас. Делами нашей любви. Пусть каждый из нас во имя рождающегося Господа сделает хотя бы одно доброе дело. Сердечно поздравляю всех вас, братья и сестры, с праздником Рождества Христова. Гостям сьогоднішнього фестивалю, це вже четвертий фестиваль, який кожен рік поспіль відбувається в стінах Лаври, передати благословіння нашого предстоятеля владики Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської всієї України. Він напутствував всіх організаторів сьогоднішнього свята, своїм благословенням передавав свої молитви для того, щоб цьогорічний фестиваль колядок і різдвяних піснеспівів відбувся так само радісно і урочисто, як він відбувався і в попередні роки. Нехай церковні піснеспіви, колядки і щедрівки лунають, не вгасаючи. О,
хочеться мені виразити особливу благодарність священоначалью нашої церкви, блаженнішому митрополиту Онуфрію, намісніку Лаври, високопреосвященнішому митрополиту Павлу, вам, дорогой владика Римян. Пусть Господь благословить всіх нас своєю милістю і щедротами. С Рождеством Христовым!